Приходят удачи. Слушайте, хватайте их за хвост, используйте максимально их возможности. Приходят сложные времена, приходят сложные задачи. Просто, ну, так выпало. Сейчас у нас такая вероятность. Берем руки, ноги и, как бы сказать, ее отмутыживаем. Пошла череда вероятностей, неприятностей. Это все равно те же самые вероятности. Могло случиться, могло не случиться, с разными долями, потому что среди людей такое бывает, потому что в этом мире такое бывает. И, ну, как бы у вас они вдруг пошли в ряд. Ну что, это не значит, что есть закономерность. Закономерность — это когда вы думаете, что вы не можете изменить свою жизнь, закономерностью будет, что вы ее не измените.